Детская художественная школа номер 3, которая в 2014 году стала победителем всероссийского конкурса «50 лучших школ искусств России», много лет сотрудничает с музеем Николая Островского, и это их последняя в этом году совместная работа. Рождественская выставка «Зимние забавы» расположена в двух залах. Всего представлено около 100 работ юных сочинских художников. Это композиция на тему Нового года, рождественских колядок, крещенских гаданий, а также иллюстрации к различным народным и литературным сказкам. Работы сделаны в разных жанрах, в разных техниках. Это и гуашь, и акварель, и декоративно-прикладные различные материалы, такие как валяние, холодный батик, керамика, компьютерная графика, просто графика, ну и многое-многое другое. Помимо картин, на выставке можно увидеть и расписные новогодние игрушки, маски, а также керамический символ предстоящего года. Кроме того, посетители экспозиции смогут узнать историю празднования Нового года на Руси, древние обычаи и традиции. Увидеть зимние забавы сочинцы и гости курорта смогут до конца января.